ПЗИП-220 – одна из основных подстанций, обеспечивающих электричеством Гагарский и часть Гудаутского районов. На объекте работают два трансформатора. Осенью прошлого года в результате удара молнии здесь вышел из строя один из них, в то время как другой стоял на ремонте. Тогда без света остались жители обоих районов. Чтобы решить проблему и обеспечить население светом, в осенне-зимний период временно из города Гал был доставлен резервный трансформатор мощностью 125 мегаватт, который работает до сих пор. На данный момент на узловой подстанции ПЗИП-220 проводится монтаж, сборка нового автотрансформатора, привезенного в рамках инвестпрограммы, который заменит поврежденный автотрансформатор 63 мегаватта в 2019 году. Сейчас у нас происходит заключительный этап по сборке данного автотрансформатора. Новый автотрансформатор будет мощностью 125 мегавольт-ампер, что немножко облегчит нам проход зимнего периода. Стоимость данного оборудования вместе с доставкой составила 125 миллионов рублей. Монтаж и сбор трансформатора осуществляется специалистами РУП «Черноморэнерго» совместно с шеф-инженерами завода-изготовителя из Екатеринбурга. Раньше у нас была установленная мощность этой подстанции 126 мегаватт, двух трансформаторов, два по 63. На данный момент у нас планируется установка двух автотрансформаторов по 125 мегаватт. Работы по замене трансформатора на подстанции ПЗИП-220 планируется закончить к 10 декабря. Гугуса Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.